Поздно, блин. Все, поздно. Ой, поздно, я успел. Молодец. Это просто, пацаны, 5, я просто в охуе. Давай направо, высаживай. Я вот с лета такого не видел никогда. Все, ему... Хан, ты... Хан, по ПТ на приоритет вставай. Первым будешь стрелять. По ПТ первым будешь стрелять. Хорошо, ты играл здесь. Забыл. Ничего, бывает, сейчас главное быстрый круг сделать, им спину пойти. Ну все, мы сейчас уже готовы спины. Нет, здесь надо переждать, вдруг это был просто передовой. Ну давайте, закрепились тогда в этом лесу. Рассядьтесь по елкам тихо, чтобы не палиться и все. ОМБ просто там войнушка уже. А мы их меня не убейте, сейчас приду. Потом. В общем, Кимак, запроси ОМБ, если у них жестко, тогда пойдем к ним. Нормально у них там бой уже. Там одна фаертима жива осталась. Может тогда все-таки зайти им сразу в спину? Если давайте хотя бы 2-3 минуты подождем и все. Просто есть шанс, что это спецназ прошел. Да. И основные силы здесь с техникой могут сейчас пройти. Ты осторожно, по дороге никого не видишь? Я еще дорог по дороге идти. Ну я имею в виду по своему пути. Нет. Короче, ждем Гуфи и идем к нашей сгоревшей МТ-13. Так он, нам тогда мы Гуфи встретим, тогда уж сразу надо идти. Я, кстати, на метке. Чё тогда, если она точно стоит? Давайте выехали. Да, ура. Хан готов? Я далеко, стреляю. Я не вижу ее, сейчас увижу. Я очень. Я за тобой вообще. Блин, я ж ты. Это Бэха, Бэха, Бэха! Она жива? Все, все, хорош. Никого она не убила, она пару выстрелов сделала. Не выбежал никто? Пуск. Сзади, сзади. Не вижу, блядь, никого. Принял. Работай, граната. Давай, КБК, туда. Никто туда не идет. Гранат туда даем. Север, северо-запад, северо-восток. Уходит еще. Ух.
хол ушел, они уже один отбежал за западе уже за деревом. Уже запад, пацаны, запад один. Принято. Да, хорошо, ГПС, чуть-чуть ближе, 50-20 метров. Да, да, правильно, туда. Надо двигаться, стоять нельзя. Продолжаем движение в ту же сторону. Нет, отставить движение. Стоим на месте. Борка живой? Да, я тащу. Ешим. Вот там. Назад, назад. 220 под нами. Снизу, блядь. 220 азимут. ГПШ. Расстояние 100. 200. А у тех, кто на горе, на юг. Надо двигаться, двигаться надо. Димак, надо... Ты живой еще? Живой, живой. Надо двигаться. Нас окружают. Нажимают. Двигаемся на 220. Это отходим. Противник шьет. Это я. Нет. В зону отходим. Принято, 220. Принято, 220. Пуск! Откуда было? Это было... Это... Там один мертвый. Подожди, не ГП, сейчас сюда пробую зайти с вами. Принято. Принято. Я наши старые позиции все задымил полностью. Кимак на связи? Кимак. Кто с Кимаком рядом был? Прием, меня слышишь кто-нибудь? Слышно. Надо Кимака найти, ДВ забрать. КВ вражеская молчит. Гуфи найден мертвый. Забираю КВ. Поставил метку. Нашел Кимака. Просто сбивай ДВ нахуй туда. Не-не-не, забери, если есть возможность. Просто хоть метки будем ставить.
все спустились с той горы, да? Нет. Нет еще. Все, вайпер, уходим. Сейчас, дай мне хоть залечиться хоть чуть-чуть. А место сбора где? Парни. Где будем встречаться? Сбор, давай, и где метка нашей этой коробки. Это ты ГП шел сейчас? А, да, это я в сторону взгляд? Вот этих вот огней. Или вы там прям? Нет. Прям идет, нас, говорит, пожалуйста, входите. Блять, по мне! По мне! Это красный трасс, подавляй бой. Это противник взял оружие наше, так что. Солярис, по ГП ж туда. Я их слышу, подходят ко мне. Могу пойти. Все, меток своих тут нету, ебашьте всех, похуй. Только не нас. Оса, бродляк, куда вы гасите? Оса, бродляк, прежде. Подходите, давайте гранаты вот стреляли, там подходили. А откуда пулемет работал, видели? Ягуар на связи, Ягуар на связи, заходим в замок. Он либо на стене, либо на башне был. Центральной башне. Как принято, Ягуар чистит замок, тут поход свои остатки нас стреляют. Какой замок вы имеете? Замок, названия нет, метки стоят. Это замок Рок. Вы по нам сейчас стреляете, мы по вам стреляли. Приносим глубочайшие извинения. Здесь американцы. Все, принято. Отставить, замки свои. Замки ваши метки стоят рядом с замком Рок. Мы только что сейчас перестреляли друг друга. Так точно, да. Метки наши стоят. Тогда метки на себя тоже поставьте, просто меток на вас вообще не стоит. А вы у нас, значит, кто? Мы АМБ. АМБ принято. Ждите нас в замке, перегруппируемся, вместе двинем. Слышите, я сейчас в ваш замок зашел, не хуйните меня. Сейчас, подожди, друг. Да потому что в центре вашего замка сижу, бля, не дай бог мне что-то. Сейчас, подожди, спущусь, сообщу парням. С юга подходим. АМБ, ваше отделение какое по номерам? Сейчас скажу. Альфа 2-2. Все принято, это АМБ. Парни, а как я вашу частоту узнал бы, вы чё? Ну, тоже верно, я как-то. Ну ладно, забей. Можно заходить? Да, всё, я парням заходить. Сообщил. Всё, Ягуар, заходим в замок. Вайпер живой? Да, ну и у меня, я чё-то чеку. Чуть, у вас медик есть, пацаны? Медик есть? Не, медика нету. Ну давайте, а перевяжем здесь сюда. Так, вайпера, давайте, вяжите. Он сидит у меня какой-то, он постоянно испытывает боль, постоянно кровается в торсе чё-то, я не знаю почему. Ну рана открывается, тебе зашить надо. Зашить надо, да. Так, парни, ДТ. Я думал, к Ягуарам присоединиться. Так вас трое всего? Окей, лады. Вас трое всего? Да. Нас четверо. Два ДТшника и два МБшника. А, уже, в принципе, светло. Так, два ДТшника, два четверо, понятно. Через нас прошли, короче, на юг ушли. Да мы их тоже встретили, последний их эшелон, там, бэху, отделение, все такое. Короче, сейчас у вас техника никакая не осталась? Не, а, хаммер остался. Какой? Пошли, да, он там зелёнки есть. Пока Ягуары, круговую по на замку. Есть. Не уходить? Да, можешь в замок заходить, замки свои. У замка круговое. Парни. Ухожу. Камер на ходу? Да, вроде. Колеса всего. А чё, один всего хаммер, да? Да. Да, один. А тэшку спиздили, короче говоря. Нам теперь РПГшку пустую подогнали. Заебись. Летит что-то. Летит. Техника какая-то, воздушка летит. Вертушка. Не... По нам! Нурсы дает по замку! Нурсы, все из замка уходим в лес! Блять, нахуй! Блять! Нахуй нам отстреливают, блядь! Все живы? Да. От замка на юг, Ягуары, все живы? Все, от замка движение на юг. Толстый живой? Живой. Парни, ну что, мы с вами? Да, движемся на юг, юго-запад, заходим в зону. Хорошо, короче.
Она еще замок хуярит. Значит, инфа на замок поступила им. Возможно, ДВ прослушивается уже. Нет, у нас было бы столкновение с противником, как бы. Приоритет дойти до зоны и по возможности выбить всех по пути противников в этом лесу. В сторону дороги стреляют из города. Мне кажется, Гэд давно уже не на связи. Вертолет. Блядь, это вверх по нам!